привет! Сегодня мы с Алексом едем в Лос-Анджелес. Welcome to Hollywood, you have arrived. Без понятия, что происходит, но я снял. Мы приехали в даунтаун Лос-Анджелес. Дай доллар, чувак. Мы пройдем по улице, посмотрим, что здесь вокруг. Есть полчаса. Не помню, закрыл я машину или нет. Закрыл. А то сейчас придем, будет там ютубер репорт упалы. Вот позади меня остатки беспорядков, которые происходили здесь год назад. Wake Lives Matter. Магазин наполовину сгоревший. Патрулирующие копы прямо позади меня. Приехали наконец-то в сам Голливуд, на Аллею Славы сейчас идем. Я здесь был последний раз несколько лет назад. Позади меня китайский кинотеатр, в котором проходят премьеры фильмов, блокбастеров Голливуда. Здесь люди видят их первыми. Если хочешь увидеть первым свой любимый фильм, тебе сюда. Кто любит музыку Майкла Джексона, он был здесь и оставил свои отпечатки и подпись. Первым делом, когда приезжают в Лос-Анджелес, люди идут сюда, делают фото, видео. Сама атмосфера очень-очень интересная. Оскары стоят прямо на улице. Идем дальше. Пустые звезды есть. Если кто-то интересуется, стоит 50 тысяч долларов написать свое имя на звезде. В эту стоимость входит сама звезда и maintenance всей дороги, как бы за чистоту улицы и за реставрацию, если что-то пошло не так. Звезда Тому Хэнксу. Отличный актер. Один из моих любимых. Welcome to Hollywood, you have arrived. Понятия, что происходит, но я снял. Где-то есть звезда Шварценеггеру, где-то там. Пойдем на нее посмотрим. И дальше есть мол. Поднимемся на второй этаж и снимем Голливуд сверху. Будет очень интересный вид. Не переключайся. Можно поставить галочку, я побывал у Арнольда Шварценеггера в гостях.
сверху наблюдаем полную картину Голливуда. Видим внизу толпы людей, звездочки. Все как в кино, все как ты видишь по телевизору в Голливуде. Мне очень нравится это место. Оно очень сумасшедшее. Ты когда здесь находишься, ты чувствуешь, что что-то здесь не так. Здесь очень много непонятного и загадочного. Но это именно и ведет людей в Голливуд. Я думаю, на этом закончим сегодняшнее видео. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео и хочешь больше подобных, ставь лайк, подписывайся на канал и увидимся в следующем видео. Пока. Закончили наше небольшое путешествие, сели на привал. Вот Алекс будет есть маффин. Я буду есть протеиновый батончик, банан, ну и вода. Окей, давайте есть. Cheers. Поставь лайк, если понравилось это видео. Я буду рад твоей подписке на канал «Американская жизнь».